20 число июня 2020-го. Часть съемочной группы «Матрица» возвращается в Германию для продолжения съемок. Об этом рассказал Тайгер Чень, тренер и постановщик боев. «23 июня 2020-го. Прибытие в Берлин Киану Ривза, Кэрриэн Мосс и Нила Патрика Харриса на частном самолете. А это уже 17 сентября 2020 года. Засняли Киану в Берлине. О чем пойдет речь в четвертой «Матрице» до сих пор неизвестно. Отсутствие официального синопсиса предсказуемо побуждает зрителей строить собственные многочисленные догадки, но часть из них развеется, стоит послушать свежие комментарии исполнителя роли Нео Киану Ривза. Актер, конечно, не позволил себе никаких спойлеров, но некоторые детали охотно прояснил. Поучаствовав в программе The One Show на британском канале BBC, Ривз рассказал, что сценарий четвертой части киносерии, который занимается Лана Вачовски, прекрасен. Это вдохновляющая история любви, где также фигурирует призыв очнуться, а еще там крутой экшен. На вопрос, каким образом его герой возвращается в повествование, учитывая концовку революции, актер, конечно, напрямую отвечать не стал, просто признав, что поначалу дела у Нео и впрямь стоят не слишком радужно. А вот популярные слухи о том, что «Матрица 4» послужит приквелом оригинальной трилогии, Ривз категорически отверг. Нет, никакого возвращения к прошлому, только вперед. То есть фильм «Матрица 4», со слов Киану, будет сиквелом, продолжением оригинальной трилогии. Нил Патрик Харрис, играющий в фильме «Неизвестно кого», дал небольшой намек на образ следующего сиквела. Он сказал следующее: у Вачовски довольно сильно изменился визуальный стиль по сравнению с тем, что она делала раньше. Актер упомянул, что в фильме хватает сцен с тросами, похоже, стилистика боевых искусств осталась прежней. Ахья Абдул-Матин II, также неизвестно какую роль пока играющий в фильме, сказал следующее: моя реакция на сценарий была такой: ничего себе, людям это понравится, мне это очень нравится, но зрителям очень сильно зайдет. Понимаете, это как бы то же самое и абсолютно другое. Очень искусный сплав того, что мы хотим, и того, что мы не знаем, но тоже хотим. Актер и каскадер Дэниел Бернхарт повторит свою роль агента Джонсона в четвертой части франшизы. Бернхард снимался в фильме 2003 года «Матрица. Перезагрузка», а также появился в фильме «Джон Уик» как каскадер и как актер. Также Киану между делом прорекламил свой новый фильм про Билла и Теда, премьера которого состоялась в России 27 августа 2020 года. А также Киану забабахал свой собственный комикс. Комикс будет жестоким и кровавым, запланировано около 12 выпусков. Примечательно, что Берсеркер выглядит точности так же, как и сам Киану Ривз. В интервью USA Today актер говорил, что был бы не против сыграть персонажа на большом экране. В общем, не дают нормально посниматься в «Матрице». Скоро еще и выход игры Cyberpunk 2077, для которой Ривз недавно снялся в рекламе. А у меня пока что все. Если вы не видели предыдущих роликов о съемке четвертой «Матрицы», можете глянуть
в описании или по ссылке на экране. Спасибо за просмотр!